Потом у СКА 19-46. Бросок и снова мимо. На пятаке шайба, еще бросок. Неожиданный. Еще! То ли штанга, то ли Майко спасает в этой ситуации. Продолжают. Какие из ТСКА. Это давление. Еще будет бросок. И... Нет. До того момента, как шайба залетела, ворота были сдвинуты, эти как раз-таки ворота чуть-чуть. Тем не менее, судьи показывают, что все было сделано правильно. И необходимо засчитать эту забитую шайбу, этот заброшенный гол. Давай. Нужно признать, что все к этому шло. Смотрим повтор этого момента. Да, Майко подвинул чуть-чуть ворота своим левым плечом. И номер 78 отличился у... и по отданным голевым передачам. Посмотрим, акулы заехали в зону. Может быть, получится что-то создать. Баснев. Бросок. Рикошет немножко запутал гостей. Могло это сыграть на пользу хозяевам. Не получилось. Баснев. Пяткин и гол! Денис Пяткин бросал. Шайба была подставлена. Клюшка была подставлена на пятаке. Мы это наблюдаем. И залетел снаряд в верхний угол. Посмотрим, на кого будет записан этот гол. Ну что ж, и в большинстве забивали набранных очков у этого 15-летнего вундеркинда. 11 голов и 5 передач. Шайба засчитана. И это главное, что нужно знать сейчас. Через заброс заходят хозяева. Но удар сейчас был в область головы и шеи. Я думаю, что это может быть долгое удаление. Притом непонятно, зачем в этом эпизоде было так фалить. Сбили Станислава Баснева. Удален оказался номер 39, Матвей Мечков. Молодая кровь заигралась немножко у 15-летнего парня. День рождения у него только в декабре. Ранее в этом же периоде 5-3 не смогли реализовать гости. Посмотрим, что покажут
хозяева. Третий раз, в принципе, за матч такие неравные составы. Бросок мимо Баснева. Нужно ловить шайбу. Сделал это Пяткин. Еще шанс. Баснев! Мимо еще! Нет, не добивает Станислав. Бросок, пас! Ах! Мимо еще, удаление показывают, видимо, рефери. Ну, больше, чем 5 на 3 не может быть. Но очень сейчас много времени проведут в меньшинстве гости. Иванцов, номер 66. Илья отправляется в штрафной бокс. И целых три хоккеиста сейчас там находятся. И, знаете, довольно-таки редко видишь эту картину. Ни за драку, ни за как... Будет ли бросок? Снова Баснев. И снова... Он уже устал. 2 минуты играет эта пятерка. Гол! Станислав Баснев! Станислав Баснев с шайбой прицеливается и отправляет ее точно в ворота. Баснев за сегодня уже 2 очка набрал. Он числился как автор передачи в первом голе. Заработал сам. Возможно, скоро тоже будет бороться за лидерство. В этом показателе момент! Момент! Шайба закатилась в ворота. Затолкали ее туда гости, пытался коньком выкинуть ее туда защитник Островитян. Ну, что поделать. Счет снова равен. Смотрим этот момент. Да, закатился снаряд в ворота. Так, ну что, будет овертайм. Одно очко уже есть у акул, а дальше будем посмотреть. Для определения победителя назначается дополнительный период продолжительностью 5 минут или до первой заброшенной шайбы. Успели смениться и нужно дальше обороняться. Но гости все придумывают новые и новые схемы. Как бы попытаться забросить шайбу. Мечков проходит бросок. Спасает Майко Гордин. И 2-1. Отдает он удачную передачу на своего партнера. Смотрим мы повтор этого момента. Гордин боролся за шайбу. Отдал Мечкову. Мечков проходил, бросал. Шайба отлетела к Гордину. И тот отдал на дальний фланг. И там уже замыкал нападающий номер 62 Никита Шуйдин. Поздравляем СКА-1946 с победой. Ну и поздравляем сахалинских акул с тем, что они заработали 1 очко. И это тот шаг, который был необходим клубу, чтобы дальше и дальше расти.